прежде. Вы потом скиньте ей Ольге, чтобы она запомнила костюм. Шпана. Как будто понарошку, понарошку. Женила! А что ж Турнова закон исполнил? Закон исполнил? Эка некогда жена, разве без нее я не мог, что ли? Так ты ж сам просил, жени, бабушка, дай полну. Ах ты, крыса старая. Ах ты, крыса. Старая. А здесь к чему? Неужели под Колесин хочет? Нет. Бог! Бог благодать послал! Отмерзать! Идите, я уже... Помилуйте! И мне! Лучшему своему другу! Что ты придумал, а? Откуда? Нет у меня. Сергей Павлович, яичница! А ну, стирай! Я что, стирай! В этой слепоте. Если бы я был где-нибудь государь, я бы и стал повелением. Жениться всем, непременно всем, чтобы у меня в государстве не было ни одного холостого человека. Нельзя. Там везде и в дверях стоят люди, спросят. Зачем? Нет. А вон окно открыто. А что если в окно? Нельзя. Как? Неудобно. Да и высоко.
А вот не так уж и высоко. Один фундамент. И тот низенький. Ну нельзя, нет, нельзя, у меня с собой ни дулупа, ни шапки. Ну как без шапки? Ну неужто нельзя без шапки? Ну что, попробовать, а? Господи, благослови! Thank you.
Mm-hmm.